Всем привет, вы на канале Ретро-сталкеры. Я сейчас нахожусь в Дании, в отпуске. И сегодня нашел в городе интересную барахолку, флимаркет, как они называют ее. Чем он отличается от тех, на которых я был, допустим. Они у них здесь находятся в закрытых помещениях в виде магазинчиков. То есть заходишь, и на прилавках лежат старые вещи. Ну и решил поискать игрушек. Видеоигры, ретро-игры. Ну, в общем, получилось, да, нашел. Вот в конце сейчас будут этажи с этого магазина. Я немножко поснимал там, ну, показать, что там вообще продаются. Немножко приобрел игрушек. Сейчас после видео покажу, что вообще в этом пакетике, что приобрел, что купил. Выбор небольшой был. В общем, взял, что нужно было, то есть мне, что мне тяжело было доставить у себя дома. Так что все, погнали.
есть настоящие альты молитвопонис, их можно назвать фификовы. Тоже на это видео. $19.99. Проблема в внутреннем Zustand, scheiße. Mm-hmm.
Не знаю, посчитай. Ты же у нас продавец. Поставь ты сама. Это был геймхантинг на барахолке. Сейчас я покажу, что я приобрел. Вот первое, что взял. Давно хотел, что-то не знаю, на eBay все хотел заказать, там дорого это стоит. А на этой барахолке это стоит 22 кроны. Не знаю, как в рублях это сказать. В общем, курс такой, 1 евро это 7,5 крон. То есть это получается где-то до, ну, 3 евро диск. А на eBay бы я его заказывал, наверное, блин, что-то там от 10 до 20 евро, по-моему, стоит игра. В общем, вот тут все. Полный комплект. Вторая игра. Опять же, PlayStation 2. Трешовая фирма Blast. Один дома, по-моему, если не ошибаюсь, это чем она знаменита, то есть вот эта версия на PlayStation 2, по-моему, только в Европе выходила, если не прав, поправьте. По-моему, так, тоже давно хотел, коллекции нету, полный набор. А цена, ну да, кстати, да, она на eBay тоже дорогая, а тут стоит 30 датских крон, это сколько там было, ну 4 евро, да, где-то, грубо говоря. 4 евро. Вторая игра. Третья игра. Опять же трэш. Кстати, трэш маленький тираж, и поэтому они дорого стоят. То есть на eBay, допустим, блин, дороговато. Ну, это не такая редкая, как бы ее можно найти. Она там чуть-чуть дешевле взял тут ее. Она стоит 40 крон. Это, ну, это где-то 5 евро, что ли. Да, получается, что-то такое, 4 с чем-то евро. На eBay посмотрел, на пару евро дороже стоит. То есть, что, трэш, почему? Опять же, эта фирма, если смотрите наши ролики, там часто мы обсуждаем игры на PlayStation 2, и вот эта фирма Phoenix, трэш-контора, которая выпускает это дерьмо. Не знаю, маленькие тиражи, наверное, есть некоторые игры, которые за шкальные цены там. Самые редкие игры на PlayStation 2 вот от этой фирмы Phoenix. Вот. Всегда у них черно-белые болваночки. Ну, почти всегда. Полный комплект. 40 крон. Трэш-игра. Как она вообще? Maniac Mall. Четвертая игра.
тоже взял, так, сколько она, 30 крон. Дешево, то есть на eBay глянул, что-то там, вообще я не в Англии, по-моему, только их можно купить. Что-то цены там 30-40 евро, а тут 30 крон всего, ну это что там, 3 с копейками евро. Называется Robin Hood The Siege. Трэш-игра. Как я и говорил, от Phoenix. Черно-белая болванка. Мануальчик тонкий. Так, это четвертая игра. Что тут еще? Пятая игра. Вот такую вообще ни разу не видел. Я не знаю, там коллекционеры PlayStation 3 или там ценители, скажите, насколько часто она вам попадается. Не знаю, это может местная, скандинавская там или датская. Handball Challenge 14. И какая-то аббревиатура IHF. Это какая-то лига местная, наверное, или... Ну, сзади тут это на местном языке, датский или, не знаю, какой-то скандинавский. Датский, скорее всего. Не знаю, в России коллекционеры PlayStation 3 знаете такую игру? То есть попадалась она вот. Полный набор. То есть, ну, не знаю, я такую что-то вообще ни разу не встречал. Решил взять. И, кстати, цена, да, она почему-то дороже в спорт. Там обычно FIFA дофига было. FIFA дешевая была. Тоже скандинавские версии со своими обложками. А тут тоже спорт, и цена 40 датских крон. Ну, блин, решил взять что-то, ну, вообще даже на eBay не видел такого. Так что вот, это пятое. И последнее, тоже вообще не хотел брать. Не хотел брать, но вот такой у меня запечатанный набор попался. Как он? SingStar Abba с микрофонами для PlayStation 3. У меня на PlayStation 2 есть эта игра, просто как диск. А тут набор запечатанный, и цена тоже 40 датских крон, это где-то 5 евро. Глянул на eBay, я бы, если бы у себя ее на eBay заказывал, ну или там в своих магазинах, смотрели там что-то цены, там от 50 до 100 евро, вот такой запечатанный набор, думаю, ладно, возьму, пускай будет. Все, на этом все, извините за качество видео, снимал все на телефон, с собой ничего нету, ни камеры, ни... Вообще, ну, в общем, так, на коленке. Вот такие находки. Вот такие находки на барахолке. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставим лайки. Там подписываемся, колокольчик. Всем пока.